Скажите, за что вас задержали? Меня? Да. За то, что я борюсь с пальмовым маслом. К строительству вы какое-то дело отношения имели когда-нибудь? Да! Что делать? Случайно! В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции во взаимодействии с сотрудниками МУ МВД России Одинцовской было установлено фактическое местонахождение 57-летнего жителя Калининградской области, который подозревается в хищении бюджетных денежных средств, выделенных на строительство школы Калининградской области. Предварительная сумма ущерба составляет порядка 70 миллионов рублей. В настоящее время задержанный доставлен на территорию Калининградской области. В отношении последнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.